Всем большой привет! Канал Багрос для наших новичок. Продолжаем прохождение Horizon Zero Dawn. Ну что у нас? Открытые задачи. Лагерь разбойников Жажда Беза, уровень 7, который я не проходил, продолжаем. Погнали! Так, активировано. Лагерь разбойников Жажда Беза, лагерь разбойников. Так, все, поговорите с Нилом. Ну, пойдем говорить. Так, где он у нас там? По карте-то что-то я не посмотрел, да? Пробежимся? Ну, в принципе, недалеко. Давайте, погнали. Так, моя цель. Я хочу быстренько... Все никак лукник прокачал. Где наш боевой конь? Опа, не понял. И где коняшка? Давай. Там у нас какой-то зверюшка. О-оу. Мы застрянем здесь, нет? Давайте попробуем, как он у нас по скалам. А ниже слабо? Нет, молодец, красавчик идет. А дальше не хочет. Мы слезем, мы сами пойдем. Йоу! Малеха потерял жизней. Но мы же имеем какую штуку? Под названием ткач щита. Мы есть круть. То есть она, да? Вот все. У нас все восстановилось. Отличненько. Буду потихонечку набирать навыки. Так как многие задания не проходил. Основные. Побочки. Но я перепройду все. Побочные, которые я неправильно сделал. Я нашел, как это сделать. О, что у нас тут валяется. Подберем на всякий случай, если есть место. Нам же таньга нужна под названием осколки. И чтобы в дальнейшем пройти дополнение. А дополнение у нас какое должно быть? У нас его пока нету. Оно будет у нас, знаете где? Оно будет у нас в побочных заданиях. Путешествие в мерзлые пустоши. Так что это все будет. Я не забросил эту игру. Кто смотрит, не переживайте. Все будет very well, как говорится. Где ты? Едешь медленно. Потому что на протяжении этого времени, уже месяц, там, лесок, я играю в 3 игры. Поэтому как бы все сразу не успеваю. Надо и там, и там. Но это как бы мои проблемы, правильно? Но это я так, на всякий случай. Да, в других видео, которые я прохожу, игрушки, я говорил уже. Недостающие элементы, которые, может быть, кому-то непонятны, у меня в описании. В код-таймерах, так называемых. То есть указываю время. Ну, допустим, Бога войны играю. И там в описании указываю еще, где я нахожу сундуки, т.д. и т.п. к нему прилегаюсь. Там ачивочки, где зарабатываю. Кому интересно, чтобы все видео не смотреть, когда бывают долгие, там 2 часа или более, быстренько нажали на эту, на этот переход тайм-кода. И все, и вы оказались в нужном вам месте. Раньше я этого не делал, сейчас стал делать. Смотрю, ребятам это нормально, нравится. Кому-то, может быть, и нет. На вкус и цвет, как говорится, каждому свое. Но подсказочку даже здесь я сделал. Ну, здесь я тайм-кода не буду делать, потому что побочки, думаю, не обязательно на них устанавливать. Если скидывается, как обычно, там одна побочка и все, больше ничего не надо. Значит, нам... Подожди, а почему мне поговорите с Авадом, когда у меня... Вы чё? У меня лагеря разбойников. Я же его выбрал. Как так? Ну, все, вот деактивировано, вот активировано, все нормально. Почему? Во, поменялось. Нормально. Бежал, бежал. А тут такая шляпунь получилась. Обзорная точка даже есть. О, зацепить ее или не надо? Не надо. Так, и что у меня теперь вышло? Это что? Как так? А где мой дорога, путь? Это же у меня открытые задачи. Ну... Активировано. Список целей. Поговорите с Нилом. У лагеря Жажда Беса. А почему у меня дорога не указана? Это что, глюк какой-то, что ли? Я даже себя не вижу. Вижу, вижу. Вот он я. Ну, а где Жажда Беса? Замечательно. Что произошло? С
Смотрите, оно даже не выбило мое задание. И куда я бегу? Где моя мишень? Смотрите, не показывает. А что произошло-то? Вот тебе раз. Блин, это я не дожал. И побежал не туда. Вот так вот оно бывает. Канал Багросса для наших. Бежал, бежал, а не туда бежал. Шикарненько. Нифига себе, куда лететь. Ну, теперь я уже не буду повторно бежать. Теперь мы просто будем перемещаться. Вот так вот бывает. Видите как? А это, кстати, у меня уже не первый раз такая проблемочка получилась. Что надо внимательнее за картой следить. Бывает, вот так вот прилетает. Эх, где CCD-диск? Может, было бы быстрее в два раза. Ну, вот такое видео вышло. Но ничего страшного. Это неприятность, мы переживем, правильно? Не впервой. Так вот, чуть-чуть не поиграл, чуть-чуть задержка произошла и... начинается. Видите, она должна была на карте желтым. То есть не на карте, а в заданиях, когда я выбирал, должна была желтым уже отметиться. А я читаю, что оно активировано. На самом деле оно было деактивировано, это задание. Вот такая маленькая проблемушечка и вышла, что я зря пробежался. Кое-какое время, да, 5 минут пропало. Вот, кстати, вот здесь, на этом примере, я и поставлю тайм-код начала этого задания. Чтобы вот это время, что пока идет перемоточка, загрузочка, чтобы время не терять. А сразу перейти к основному, что надо было сделать там, поговорить с Нилом, да, я так и напишу. Поговорить с Нилом, разбойники, да, вот смотрите, допустим. Что у нас сделал? Поговорить с Нилом, вот я уже здесь на месте, получается, по карте. Вот сейчас идем с ним болтать. Где ты, Нил? Искать. Можно к тебе так, обратиться? Я пока... Подожди. Ну давай, он просит обратиться, давай. Ты... Кто просил, ты? Ём. Какая честь. Я... Вдруг он даст какую-то побочку. Хвала Великой Матери. Что с тобой? Тебе что-то нужно? Да. Мы видели, как ты расправилась тут с разбойниками. Мы рады. Они обирали нас. Гонялись за нами для смеха. Мы не воины, мы изгои. Мы беззащитны. Так, вы вместе? А как вы все оказались здесь? Спрашиваешь, почему кон? Но как нам еще здесь выжить, когда мы оказались в необъятии одни? Я вас не осуждаю. Я тоже была изгоем. Прости меня. Вопрос понятный. Это я всех убедил. Сказал, что нас приговорили к изгнанию, но не обязали же погибать. Это умный подход. Откуда вы? Откуда вы прибыли? Кто-то уже много лет бродит по священной земле. Что до меня, мою деревню сожгли в пору красных набегов. Мне стыдно, что я не защищал ее вместе с другими. Но я стал изгоем задолго до того, как пришли Карха. Так, за что вас изгнали? А почему тебя изгнали? Я был глуп. Отказывался делать, что мне велели. Отлынивал от охоты всеми правдами и неправдами. Постоянно ссорился с родными. Задирал других воинов. Как-то раз мы разошлись не на шутку. Я его ударил. Он просто рухнул. И умер. Некому было за меня заступиться. Они правильно сделали, что изгнали меня. Кажется, теперь ты совсем другой человек. Да уж, надеюсь. Так, ну все, прощаемся с ним. Мы все здесь изгои, но чтобы выжить, надо держаться вместе. Ненавистный нам лагерь теперь может стать нам домом. Ты позволишь нам остаться? Позволишь, даже если это будет вопреки воле матриархов? Конечно, оставайтесь. Ха, я надеялся, что ты это скажешь. Ты так нас всех вдохновляешь. Спасибо. Да, пожалуйста. Чувак, у тебя что-нибудь есть интересное?
Кто бы мог подумать, что... Я с тобой попрощался. Спасибо, что дала нам шанс. Я вот с этим хочу чувачком поговорить. Так, проща, ну, купить у него это у меня, в принципе, все есть. Синенькое мне ничего не надо. Так, здесь тоже ресурсы. Мне, братан, интересно было посмотреть, вот что у тебя с сундучками. Ага, ну здесь, значит, был, раз у меня коробка с бесплатными образцами по нулям. Выкупить. Ну давай, я у меня денежек много, возьму коробку с modification. Все, купил. Хорошо. И что? Погнали дальше. Не будем задерживаться. Нам нужен Нил. С ним пообщаться. Да, я понял, что надо разговаривать. Что где-то пробежишься. Вот так вот у меня парочку побочных, пару-тройку даже, может, побочных заданий не хватает. Сейчас пойдем спросим у него, что ему надо. Ну, я сказал, все побочки, все, я хочу эту игру вообще на платину пройти, как я уже выше говорил. Я видел места, где ты побывала. Новые поселенцы не ценят твое искусство. Свалили твои творения в яму. Но я знал, что искать. Возня на земле, щедрая россыпь брызг. Я же говорил, еще свидимся. Нил, а ты все охотишься? О, да. Я затачивал клинок, предвкушая запах сражения. Не пойми превратно, эти мрази и так очень пахучи. Но капля паники еще больше подчеркивает аромат, как благовоние. И как же зовут твой нож? Что за вздор давать имя ножу? Ну вот и поговорили. Ты готова? Только не думай, что мне это нравится. Не волнуйся, они унесут твой секрет в могилу. Так, лагерь разбойников. Поговорили с Нилом, Опять? Помнишь, как кровь стучала в ушах? Потом все затихнет, и услышишь звон. Это призыв к оружию. Зов потаенных желаний. Или зов о помощи. Я бы услышал. Наверняка. Так, ты был солдатом? Так ты был солдатом? Сражался за Карха? За них, против них. Империя не может жить без войн. Нас не спросят. Но новый король Ават был иного мнения. Он начал расследование военных преступлений. Разве не всякая война преступление? Тем не менее, я вызвался добровольцем. Ты вызвался вести следствие? Нет, я добровольно сознался. Нет смысла тратить время на расследование. Ну и солнечная скала на 2 года. Справедливо. Так, подожди. Какие преступления? И что же ты такого сделал, Нил? Все было приемлемо, с учетом обстоятельств. Приемлемо для кого? Это не мне решать. Скажем, правила боя меня устраивали. Но правила должны быть. Это структура. Клетка. Без них, знаешь, встречаются пустынные места, где раньше была жизнь. А теперь дыра на лице мира. Скорее всего, это моя работа. Солнечная скала. Ты 2 года сидел на скале? Это что, какой-то обряд Карха? Да нет, солнечная скала — это тюрьма. К югу от меридиана, к югу от протоков. Наш новый король верит в перевоспитание. Как и я. Подыхая от жары в темном каменном мешке, я наконец осознал, что для меня в жизни действительно важно. Поискать нового напарника. Напарника себе нашел? Думал, я твой напарник. Мне нужно идти своей дорогой, Нил. А на ней как раз много разбойников. Меня это устраивает, я же не жениться предлагаю. Я не одинок, когда есть кого убивать. Так, ну что, прощаемся. Пора идти. Краткий эпизод для нас и финал для них. Хотя стоит ли о них горевать? Так, лагерь разбойников завершено. Лагерь... Как так? Лагерь разбойников, жажда беса завершено. Что-то я не понял, я там всех раздробил. А похоже, я это задание... Ой-ой-ой, вы достигли 47 уровня. Хорошо. Так, наступила ночь. Да елки-палки, опять что-то там дали награду. Ну-ка, какую награду? О, дали навыки 2. Что у меня по навыкам? По навыкам я хочу. Вот что я хочу, но пока не могу. Мне здесь надо 3. Чего я добиваюсь? Ладно, знаешь, наверное, я когда-то сделал это задание, но вот это я, про это я и говорил, что вот когда начинал игру, не знал, но это подсказка для новичков, то есть так же, как и для меня. Ладно, пойдем делать дальше. Что у нас по заданиям?
Смотрим. Лагерь разбойников, у меня все чисто. Дела сделаны, побочки. Остались у меня две. Оружие охотников я хочу делать, когда у меня появится лук. С двумя-тремя стрелами. Так, путешествие в мёрзлую пустошь я объяснил. Буду делать это Фрайзен, да, это дополнение. Так, и здесь у меня есть что? Ну тогда делаем открытые задачи. Охотничьи угодни. А что в охотничьих угодни? Ну да, это здесь тоже я хочу разработать лук и спокойненько потом идти. Кстати, зараженные зоны. Обучающие задания. Давайте дела. Давайте я сделаю открытые задачи. Погнали. Вот, видите, тоже его делал, а не доделал. Вот в чем косяк изначально. Ладно, делаем длинношея. Что сделать? Значит, активируем задание. Вот, желтенький появился, значит, оно активировано. Запрыгнуть на спину длинношея. Но я вроде бы это тоже делал. А почему оно в открытых заданиях? Ну, давайте. Ну что ж, придется мне, наверное, тайм-коды еще раз усиливать. Так, это у нас он где? Далековато? Да, далековато. Я не буду бежать. Мы теперь хитрые, мы знаем, как делать тайм-коды. Кстати, видите, не отмечено, у меня есть костерчик. Ну что, перемещаемся. Так что вот такие вот дела. Так что полезное видео, я так думаю. И небольшие косячки, но это вот так вот бывает. Вроде бы уже как достаточно прошел эту игру, но все равно это встречается. Что значит изначально не доделал? Там кусочек сделал, там кусочек сделал. И вот так вот оно получается. Потом подбираешь недоделанные задания. Но я потом постараюсь все распределить, все эти задачи, события, там цели, как говорится, по отдельным плейлистам. Также зараженные зоны. Пока я все делаю в одну кучу, побочные задания у меня плейлист. Потом все раскидаю, красивенько сделаю. И начну, наверное, игру сначала, чтобы это все восстановить и сделать все по красоте. Мы же есть круть, правильно? Это кто будет смотреть видео, кому это интересно по этой игре. Это я ему и говорю. Потому что такую же ошибку я в МГС 5 сделал. Ну, тогда я не занимался, так как, понимаете, у меня рестарт произошел в октябре этого месяца. Я скидывал просто для друзей видосы. А теперь решил уже чуть-чуть подзаняться Ютубом, чтобы все было хорошо и красиво. Так что, если что, мы же новичок, канал Багровцев для наших. Экспериментируем, пробуем. Так что не обессудьте. Я пока учусь на своих ошибках. О, это враги. Ну да, выхватывай, братан. Затмение. Что они тут делают? Ну вот и я о том же. Ну что ж, шли к одному делу. Придется пока пацанчиков побить немножко. Ну, а бить нам надо, потому что мы набираем очки и навыки, правильно? Стой, 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 не кати. Ай-яй-яй, сейчас она упадет. Давай, давай. Что такое? Блин, я так и знал. Ну ладно, а чего уже? А их там много? Да, их там достаточно. Вот как я не люблю вот этот вот, когда ночь показывает. Придется сейчас, мой братан. Немножко придется их побить. Случайно я таким макаром не защищаю какую-нибудь территорию? А давайте глянем. Что мы там... Воу-воу-воу-воу. Я ж хотел посмотреть. Да нет. Все тут нормально. Тут они... Ух, нифига себе. А, вон оно что. Ты откуда, падла, взялся? Ну, такого расклада мы не ожидали. Ну, а что ж делать? Нежданчики прилетают. Ага, там... Слушайте, а здесь их прям вагоны телега. Это что здесь, не ружье случайно мое? Что это такое? Тихо-тихо-тихо-тихо, стрела. Это что? Ну, пойдем. Смотрите, их тут прям аж... Нифига там меня с пулемета типа мочит. Ну, сейчас мой братан. Подожди, я иду к тебе. Давайте, пацаны, собирайтесь в кучку. Я вам чучку за пиздрючку. Ой, что я вслух сказал, да? Этот мощный прям пацанчик. Ну тогда получи. Да-да-да, я узнаю. Я уже столько раз узнавал, что и с чем вас едят. Сейчас я пособираю. Немножко деньжат. Странно, прям мощная такая засада здесь. Давай, постреляем. Как вам? Нормально? Еще желающие есть? Ну, пойдем.
Не знаю, попадаю я или нет. Все, слава богу, боеприпасы закончились. Нам-то этого и не надо было. Я до вас так доберусь. Я любитель вас с копья. А вот как прокачаю лук. Надеюсь, вот туда постреляем. Ну, набрал. Все, пошли дальше разбираться. Кстати, я забыл, что у меня есть такая штука, как визор. Смотри, еще придавишь меня. А где остальные, я не понял. Что, соскочили, что ли? Вот уродцы. Так, мне куда надо? Мне надо к нему наверх. А чтобы наверх мне к нему забраться, я так понял, надо откуда-то прыгнуть. Блин, еще ждать. Наверное, отсюда мы на него запрыгнем. Так, значит, нам надо вот сюда идти. Тут они и защищали. Я думал, побольше будет этих типков здесь. Давай, Лоечка, погнали, а то сейчас на второй круг пойдет. А, ненавижу ночь. Почему она так быстро пришла? Мы же днем начинали. Так, и как сюда залезть? Сейчас пока буду искать, как залезть. Этот барбос уже проскочит мимо. А чё так, я не так пошел, что ли? Где здесь? С этой стороны. Где вход? Как я не могу сюда забраться? Он уже где? Он уже подходит. Давай, давай, Лоечка, Плоечка, ты же можешь, я знаю. Вот. Нет, прикиньте. Как так? Ты почему не можешь зацепиться? Тихо, тихо, тихо. Я думал, вот здесь мы зацепимся. Так, 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 так. Что я не так делал? Вон они там наверху были. На этот мостик как мне забраться? Да, походу я не успеваю. Прикольно. Значит, наверное, не отсюда надо было на него прыгать. Ну, конечно, вот он уже дошел. А я тут все ковыряюсь. Иху, ага, и хукнул. Так, а как так, что у меня не получилось сюда забраться? Может быть, где-то еще есть? Да я понял, что вы мне стрелочку показываете. Так просто я на него не залезу. Ого, вот залез. Так, а где у меня еще есть высокая высота? Высота высокая. Откуда я могу на него запрыгнуть? Может, это было не это место? Вот он идет по этой траектории. О! Вон еще один бродяга. Ну вот здесь все нормально. Сейчас познакомимся. Конечно, познакомимся. Ну тогда придется добить. Ага, вон они еще появились. Аж почему и говорил, что не может быть. Пока я их вижу, я бегу к ним. Чтобы они мне потом не мешались. Вот три. Трешечка, да, есть. Да пошел ты. Все? А, еще двое есть. А как так вышло? Вон еще один. Ну я уже всех добью. Поспокойненько и займемся длинношеем. Ой, короче, блин, буду я за тобой париться. Так, где еще один? Вон он. Все. Да, разобрались. Так, теперь идем дальше. Вот здесь у нас что? Сюда я могу забраться наверх, интересно. Ну, вон тоже хороший верх. Хороший верх забраться наверх. Ну, смотри, вот сюда мне надо было, да? Хм? Казалось бы, ничего такого сложного, а наверх я не могу попасть. Или могу, давай цепляйся. Опа! Не вышло.
Еще это темнота, зараза. Так, здесь у меня что-то есть, нет? О! Уже легче. Так, и чё, и чё? А он здесь рядом и не свистел, и не проходит. Думаю, отсюда получится на него запрыгнуть. Ты думаешь? Ну, если так, то давай попробуем. Она же нам сказала, да? Что можно? Что можно получиться отсюда запрыгнуть? Ну, по идее, да. Ладно, ждем здесь. Значит, нам сюда надо было. Кстати, вот как я мог попасть. Вот он, тросик натянут. Правильно, я так понимаю? Я мог по тросику и туда переместиться. Ну, давайте отсюда попробуем. Ну, задание не такое уж и сложное. Только вот этих козельчиков мы чуть-чуть побили, поубивали, заработали. Уровень один подняли. Подходящее место. Но не знаю, Лык. Тебе виднее. Ты ж у нас попрыгунья, стрекоза. Ну, правда, ты лето белое не пропела, а работала, не покладая рук. Эй, привет, красавчик. Дестрейдинги он тоже есть. Я-то думал, откуда Дестрейдинг понабрал таких красавцев? Не разбегаться надо, нет? Еее! Получилось. Получилось, так. Давай. Перехватите управление длинношея. Так, мне надо вон туда. И где... А, и вот сюда. Вот. Когда желтенькие штучки видно, нормально все. Но я уже так запрыгивал на одного, поэтому мне как бы не первый раз. Так, теперь вот сюда перепрыгивать. По-братски. Не-не-не. Все, мы в хапре. Нормуль, перехватываем управление. Делал одно задание, а получилось почти два. Все, он наш. Вон, где они еще находятся, показывает, походу, пока. Есть, длинношеи завершено. Длинношеи ступени солнца. Ну, отличненько. Так, очки, и мы навык получили. Мы вообще красавцы. Ну что, давайте зайдем теперь в карту и используем наш навык. Конечно же, две стрелы. А ну-ка, покажи, Илоечка, двойной выстрел. Еее, чего я и ждал. Ну, вот это уже радует. Давай, берем. Взяли. По-братски, вы потом только не скажите, что мне надо будет сделать вот эти еще два навыка, чтобы забрать тройной выстрел. Двойной выстрел мы взяли. Ну вот, как я и говорил, в описании будут все тайм-коды. Уже даже на этом небольшое маленькое задание, так как изначально оно пошло у нас не по плану. Так, значит, что мы сделали? С длинношеями разобрались. В следующий раз будем еще разбираться с длинношеем. Открытые задачи. Ну вот я не знаю, сразу его сделал. Да давайте сразу сделаем. Я в тайм-кодах все напишу. Что два задания. Уже добьем. Вот, видите, кстати, я уже где-то делал. Тоже недоделанное. Ну все, мы раскидаем, сделаем по красоте. Так, длинношей, древки. Список целей. Разыщите источник сигнала. Разыскал. Запрыгните на спину длинношею. И сейчас, наверное, мы сразу полетим. Да? Да, конечно. Зачем мне бежать это расстояние? А, кстати, расстояние не расстояние. А здесь где-то был... Тихо-тихо-тихо-тихо. Возвратка. Костерчик. Который я не сделал, да? Это не... А, вот он, вижу. Ну, вот он. Раз, два. Ладно, не буду кострами заниматься. Делаем перемещение к нашему длинношейчику. Погнали. Ну, в общем, как я сказал, я буду тайм-коды делать, то есть время указывать, на какие задания. Не хочу я уже переключаться, делать по отдельности задания, раз это практически они похожи с длинношеем. Просто по времени укажу ссылочки в описании, вернее, что и как это делалось. А то сейчас выходи, заходи. Правильно, сделаем все, почти похожие задания, но зато мы их выполним в одном видео, чтобы, как говорится, не растрачиваться. Как я делал на другие.
Если одни и те же, то не надо делать разные видео. Также это я могу спокойно, как говорится, в монтаже делать, но мы монтаж не делаем, так как все это получается, грубо говоря, почти в прямом эфире, чтобы видно было, как погибаешь, как что и т.д. и т.п. к нему прилегающее. Я могу разделить это видео и скинуть как два видео. Но мы есть круг сделаем одним. Ну что ты, загрузилась? Так, есть. Один сигнал. Да, мы знаем, вон он там где-то, красава. Так, у нас здесь будут враги. Да, он кто-то там, какая-то шляпунь лазит. Значит, нам надо сюда. Да, мы сейчас там немножко подеремся. Но зато у нас двойные стрелы. Где ты? Мне еще выше надо было, да? Мне надо залезть на голову. Блин, он разорался, сигнал подал своим. Ну, пойдем их побьем. Чтобы веселее было. Я здесь, да, я вот. Блин. Немножко выхватили. Ну, не страшно. Ну, правильно, не может быть. Там были разбойники, а здесь... О-оу. Тихо, тихо, тихо. Мы заодно и сами выхватим, и им трендюлей надаем. И подберем навыки, да, чуть-чуть, я надеюсь. Так, ладно, ну, в принципе, с двумя стрелами, с двойным луком я уже могу начинать другие задания. Сейчас я уже закончу с этими троглодитами. Эту начнешь что-нибудь делать и начнут под ногами мешаться. Что-то ж додают. Да-да, я вижу тебя. Ты там не один. Я себе территорию подчищаю. Не переживай. О, этот помощнее будет. Главное, чтобы нас не раздавил. Так, кто там еще? О, это кто-то помощнее. Готовчик? Конечно, готовчик. Так, еще что-то. Где там у нас? Еще где-то я видел. Кто-то прятался, не? Все, подчистили территорию. Погнали дальше. Подберем, что здесь еще есть. Подбирай, подбирай, пока. Нам не надо ничего продавать. Я так надеюсь. Сейчас, дорогой, длинношей. Ну, как бы такое, мне кажется, добродушное животное, да? Так, теперь откуда нам на тебя запрыгнуть? Вот что-то вот мне подсказывает чутье. Может, отсюда все-таки? Или нам Илоечка под... О-оу! Косячок. Илоечка, ну что ты? Даже отсюда. Вон, смотрите как. А я сюда могу залезть? Это не подсказка? Ну да, в принципе, здесь только в этом проблема заключается, что надо найти, как на высоту забраться, чтобы на него запрыгнуть. Когда день более-менее видно хоть. Что ты там такая со своим двойным? Это кто? Живой кто-то? Нет. Или я... Давай, Лочка, подсказывай, ты же можешь. Или я отсюда могу на него запрыгнуть? Где он, кстати? Там где-то бродит. Нам надо взять, нет? Надо. Отсюда можно запрыгнуть на шею. Вот. Я этого и ждал. Пойдем вон того рихтанем. Кстати, вот отсюда тоже можно было запрыгнуть. Поэтому он здесь и стоит. О-оу. Ну и... Так, значит, она сказала, вот оттуда можно запрыгнуть. И
Пока он идет по кругу, давайте попробуем. Мне показалось, что я здесь что-то увидел. Как залезть на эту скалу. Не? Вот здесь вот. Да, мне явно показалось. Но хотя вот там место-то получше будет. Сейчас Элойка нам подскажет, можно или нельзя. Навряд ли. Если нет, то будем искать, как туда забраться. Пока мы... Чтобы я здесь мимо не проскочил, а то он уже не приближается, еще нет. Хотя там, конечно, повыше. Да и здесь неплохо. Это только что время идет, пока он... Блин, куда я вечно тороплюсь? Я сам не знаю. Вот. Так, кто знает? Ух ты! Вот так гадость какая! Они невидимки, я еле его увидел. Такой только по звукам. Она когда сказала, они знают. И знаешь, сейчас кто-то еще может... Раз музыка играет, могут мне немножко помешать. Ушлепки эти. Затем я не полезу подбирать. Вон он там есть. Сейчас, наверное, сюда. Тишина, потух. Видите, их не видно, не показывает. Они же невидимые могут быть. Давай, давай. Сейчас точно помешать может. Как выскочит, как выпрыгнет из-за угла гадость. Ну точно, я так и знал. Вот он, падла. Нет, 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 нет. Он, наверное, не мешает. Мы сейчас попробуем все-таки. Еее! Отлично. Теперь добраться бы до головы. Доберемся. Куда мы нафиг денемся? Только за кустов я ни черта не вижу. Все, он наш. Так, еще это вот он показывает, сколько их осталось или нет, я этого пока не пойму. Спуститься по веревке, отлично, длина шеи древки. Ну давай, спустим. Так, ну и где что задание завершено? Длина шеи завершено, древки. Отлично, сейчас мы добьем вот этих зябликов. Кстати, мы и навык получили. Смотрите, как длина шеи, такое вроде бы простенькое задание. И дал нам навыки. Так, а где этот был, которого я завалил внизу? Нужно подобрать. Так, все, задание сделано. Отличненько. Еще раз заглядываем на карту. Получили один навык. Нам этого маловато. Смотрим задание. Так, побочки. Оружие охотников. Кстати, я уже могу буду идти на него. Так, длина шеи мы все сделали. Дальше будем... Кстати, давайте прочитаем записную книжку. А я что, носители где-то взял? Нет, наверное, там... О, точно. Информация... Запись журнала наблюдения США. Информация о машинах. Так, понятно. Отметочку сделали и сделали. Так, что у нас по заданиям далее будет? Открытые задачи. Ну, вот это все, где мне нужен прокачанный лук. Ну, я так себе решил. Ну, можно будет потом приступить к обучающим заданиям. Ладно, на этом буду заканчивать. Всем удачи и хорошего настроения. Канал Багросса для наших новичок. Все, пока-пока. Увидимся в следующих видео. Про тайм-коды я все рассказал, что я буду записывать отдельно в описании. И плейлисты тоже в будущем все раскидаю, чтобы было более понятно и ясно. Все, пока-пока.